Добрый вечер. С вами канал Белый, блядь. Добрый вечер. С вами канал Беркейс. Меня зовут Макс. Я Фил. И сегодня у нас московский, но все-таки козел. Не зарубежный, правда, это очень, очень жалуется, но все-таки. Сегодня не будем тоже. У нас сегодня баночки. Первый у нас козер светлый. Все, думаю, знают, тоже показывать особо не буду. Пиво сегодня все три сорта будут в банках. Варят контора Москва Эфес, которая опять принадлежит миллион всякого и всякого. Первый у нас получается светлый. Козел светлый. Стрелка Поповицкий. Вот, баночки, которые так плотненько прибегают, что хрен их подденешь, если, особенно у тебя ногтей нету, подстрижены, все аккуратненько. Поэтому надо что-то подцепить. Тут такая история по поводу, что это Москва и Пеза, это сразу, конечно, тебе немножко планку сбивает, и ты такой не очень сразу все это любишь. Но вообще, если историю, да, там, брать этого козла, Вилку Поповицкого, это же Вилки Поповицы, да, это деревня под Прагой. Ну, то есть, это, ну, область Праги, то есть, это прямо такое, ну, крутейшее. Да, он есть, конечно, есть. И у нас продаются тоже импортные, они стоят чуть подороже. Я просто там, где был, и опять его не было, например, когда покупали. Сравним обязательно, попозже сделаем еще раз. Это у нас лагер? Это у нас просто светлый называется. В стиле, ну, может, лагерь. Ну, не читал никогда. Настоящее чешское пиво с легким вкусом. Там, с древних времен. Вы там заметили, что нет этих пивасов, типа, которые только сейчас появились. Это все с древних времен. Варят в лучших традициях. Там, козлы. Да. Здесь всегда рады друзьям. Ну, понятно. Херовора, короче. Просто светлое. Стиль не охарактеризован никак. Слушай, ну, всегда банки нравятся. Банки у них очень фактурные, да. Зачастую вообще банки симпатичнее выглядят, чем бутылки. Пахнет ничем. Легкая нотка тряпки. Да, чуть-чуть тряпочки есть. Да. Картона нет, а тряпка есть. Козлам есть горечь, что интересно. Не очень вкусное пиво, но горчинка такая есть. Мне вообще нормально. Я люблю вот такие. Это такой лагерок. Лагерочек. Я думал, будет вообще легкое, безвкусное пиво. А ты знаешь, есть горчинка, интересно. Мне вообще из козела брат посоветовал несколько лет, 2-3 назад, Тёма. И кроме темного, собственно, никакой не пробовал. То есть я всегда думал, это история около Клинского. Не он такой не сильно плохой был все-таки. А я пил наоборот, как и светлое. Темное пробовал и винножды давно. А третий сорт, который богатый хмель, типа который, я надеюсь, раз богатый хмель называть, значит горький прямо будет, да? Хотя вот это довольно горькое пиво, да? Куда еще горчей. И неговёное. Но меня удивило в линейке козела или козла, как это назвать, вообще непонятно. Да, козел, но... Вообще полное название типа Вилка Поповицкий козел, но у нас его никто так не называет, да? У нас козел и козел. Это как пражская целка, да? Пражская целка. А там, ну, пиво есть. Пражская селка. Женщина, ну, она селка и все, по-русски. Ну, да, я что, Тарси его называть? Ты что его будешь называть? Селка, целка, баба нарисована, пражская целка. Просто пражская. Так вот, и меня чего удивило, значит, у козла, что темное пиво у них самое легкое, то есть оно вообще там 3,7 или еще что-то. Перебил. Под наш бокал, то есть вроде на вкус ничего, но каждый раз прям ударяет, сейчас чем больше его пью, еще больше тряпки становится. Прям очень приятно. Не факт, кстати. Обычное пиво. Есть в запахе всегда небольшая разница между баночным и бутылочным. И разливным. Ну, я имею в виду от одних и тех же производителей. Вообще считается классикой, типа, все-таки это, наверное, банка больше, потому что типа на пиво не должны попадать солнечные лучи, да. Никакие. Поэтому пиво, там, если бутылочное, то оно затемненное.
Но в банке, походу, получается, оно самое будет четкое. Но чисто теоретически я всегда думал об этом, что мне кажется, алюминий может давать вкус какой-то. Стекло, наверное, вообще нейтрально. Алюминий все-таки может чего-то дать, мне так кажется. Я могу очень сильно ошибаться. Но зато здесь вообще никак не просвечивается. То есть не попадает ни солнце, ничего. Какая твоя оценка этому пиву? Ну, не знаю, 2.25, 2. 2, наверное, 20. Я тоже 2 балла. Слабенькое пиво, но горчинка в нем порадовала. Как бы, ну, не совсем пустое пиво. Пить может. Хотя, ты знаешь, сейчас последнее, когда газ подвышел снизу, все-таки мне так немного... 1.5. Нет, 2. Мне нравится горечь на послевкусие. Если, знаешь, иногда пиво пьешь, и горечь на послевкусие, ну, противная там, то ли трава какая-то выступает, то еще что. А здесь такая обычная горечь остается. Да, горечь просто, качественно... и все. Хмелевая такая. Качественно хмель, да. Нормально, нормально. Не гнилой, там, знаешь, из... на скидке из какого-то подвала. Обычный, хороший хмель. Давай посмотрим второй. Вот этот я точно не пробовал. Если вот этот я пил, например, раз 5, черный я пил 1 или 2 раза, темный, да, их. Да, а тоже... богатый хмель никогда не пробовал. Я тоже не пробовал. Тут прям хмель на баночке нарисован. Ну, типа, вообще красивая банка, опять-таки, зеленая, да? На банке сверху написано, что это лимитированная, значит, серия. Не уверен я в этом. Но все-таки козел и так далее. Однажды накануне летнего праздника пивовара деревушки Елки Поповицы решили порадовать ценителей пива и сварили новый сорт козел с богатым хмелевым вкусом и ароматом. Дополнительную порцию душистого хмеля они добавили в тот момент, когда пиво уже сбродило. То есть это сухое охмеление называется, да, то есть когда сверху закидываются шишки. Результат так понравился, что этот сорт называли богатый хмель. И варят его по сей день. Прикольно. Это как не... ребята, блядь, не помню пивоварню. Наши крафтеры русские делали Жигули. Помнишь, в трешке, в банке, закатанная. Сверху такая этикетка с рубичом замотанная, авоська в комплекте, Жигулятор. И с сухим охмелением. То есть, чтобы наглядно, вдруг кто не знает, сухое охмеление, раз тут так написано, я думаю, сухое охмеление, это когда прямо шишки, не гранулированный хмель, как все, да, закидывают, когда варят, прямо шишки вверх в бочку, да? Ну, прикольно, прикольно. Ну, не факт, что... А написать можно, что хочешь на заборе, причем Москва. Лимитированное оно, это... Сказал, у меня прям в голове не укладывается то, что ферзи, да, выпускают банки лимитированные. Ну, пиздолимитированные, да. Типа, сейчас эту банку только в помойку. Может, это не банка, сколько? Да? 1.5 рубля стоит, да, там, а типа, блин, послезавтра будет стоить сколько? 3? Да. 4? Вырастет в цене? А я думал, не банка лимитированная, а типа варка лимитированная, может, они варят сезонно. Сезонно, ну, это тоже... Москва подольских курсантов. Ну да, это в Москве вряд ли сезон, что в Москве вообще сезон ничего не делается. Все за баски делается. Не знаю. Ну давай посмотрим. Ну здесь. Пахнет медленно. Да, здесь уже больше запаха прям. Хвоя, да? Да, хвоя. Слушай, все равно тряпка чувствуется, но перебивает вот этот уже насыщенный вкус, он просто перебивает запах. Потому что это был пустой запах, и одну тряпку чувствовалось. А здесь уже. Насыщенно. Хвоей пахнет. Пахнет отменно, прям в нос бьет. Что значит сухое хмеление? Всегда это как-то работает. Не обязательно во вкусе, это в ароматике будет работать. Ну, такой свежий травянистый хмель, знаешь, чувствуется. Ну да, как заварили, знаешь, как заварили. Ну, когда, допустим, на природе или еще где-то завариваешь, допустим, листья каких-то ягод, прям сразу в чай, горячий, вот так, да? Ну, то есть, чувствуется вот это охмеление сухое? Я не сильно в этом разбираюсь, именно это сухое охмеление или нет, но чувствуется какой-то свежий вкус. То есть, травы, но, шишки. Горькая трава. Неприятно, приятно. В этом случае очень приятно, потому что
такой. Шишками пахнет. Не а сильно горькое пиво, то есть. Причем хмель это семейство коноплянок, поэтому всегда пахнет вкусно шишками и по вкусу шишки. Мне понравилось это пиво, я тебе честно говорю, это прям хорошо, я прям 3 балла поставлю этому пиву. Честное слово, это вот 3 балла. Мне кажется, 3 многовато для него, 2,5. Мне не надо ему напоминать, да, что он по 3, там... Не знаю, по 2,5 ЗБП лупил. Там надо в космос закинуть, типа, сколько будет минус, вот столько поставить. Ну, не ЗБП, я там за байкера, еще за что-то. Остальное, да, нищие. Да ладно, это проехали, но я вот такому пиву поставлю 3, потому что мне нравятся такие лагерочки. Причем это опять от большой компании, то есть, которые люди вроде как бы варят надъебись, если можно так сказать. Вот это надъебись, это достойно. Достойно этих денег. Но это все равно... Пиво на отъебись. Да? Ну, просто сделали хорошо, и все. Но то это качественно, это... Ну, то есть все проследили. То есть они не добавляли туда мимозу. Ну, короче, ничего лишнего, херу. Что удорожает пиво, не стали добавлять. Ну, да, супер, да. Хотя шишки дико должны его удорожить. Ну, то есть все гранулы запихивают, да? А тут еще где-то, вот, ну, по крайней мере, написано, что они шишками его купили. Это дороже, чем гранулы, потому что, ну, их там... Это отдельная история. Мне нравится такое пиво. Это вот лагерочек, который я бы пил. Цену многих продуктов составляет до 80% это транспортировка. И иногда сухое там вяленое какое-то мясо специальное там может стоить дешевле, чем свежее, хотя там люди заморочились, его коптили, что-то с ним делали, но оно в итоге приходит и стоит дешево, например. А почему дешево? Да потому что там через полгода ты его пошлешь, сколько оно будет идти, хоть пешком его неси, ничего с ним не станет, понимаешь? Есть продукты, которые надо там за 3 дня доставить, и все это самолет, специальные рейсы. Ну как варик. Слушай, мы вообще будем снимать, типа, как мы верим в мясо? Я вообще не понимаю, почему мы не верим в мясо. Я обожаю вяленое мясо, но у меня дома нет возможности. Сейчас появится возможность со скидкой коптильню купить. Я думаю, надо скинуться. Вялить и коптить – две разные вещи. Вялить – это сухое копчение, холодное копчение все-таки. Без копчения. Вообще без дыма. Да. Даже без холодного. Так, дома, посмотри, ты на это просто приправил. Это типа как сало делать. Засолил, приправил там все это дело. И на проветриваемый, да. Товарищ мой делал, я к нему приезжал, первый раз я у него попробовал, потом сделал сам, говядину он делал. Такие нарезал их в трубки в итоге. Это бомба. Ну, то есть, ты покупаешь мясо, соль все убивает, лишнюю соль ты потом смываешь. Ну, то есть, это огонь. Слушай, я тащусь. Просто повесить негде, у меня ребенок маленький. Сербского мяса закидает холодного копчения. По сути, это то же самое вяленое мясо, но просто они добавляют еще холодного запаха и вкуса дыма. То есть, там специально используют специальную древесину, там специальные выдержки этого копчения. То есть, по сути, оно просто добавляет немножко запаха и вкуса. Для готовки она мало. Ну, коптильный тоже варик. Но я не очень люблю копченое прям. Мне нравится сырое вяленое. Реально. Не люблю копченое жрачку. Ну, только пивас. Да, 2,5, не больше все-таки. Мне нравится такое пиво. Ну и что, ты его купишь? Да, куплю. На дачу куплю. Да и домой куплю. Вот захочется что-нибудь такого простенького. И я куплю. Не вопрос. Но очень, слушай, очень. Слушай, ну в целом это, скажем, чуть-чуть лучше там неплохих разливников. Ну как неплохих? Обычных разливников, если реально неплохие разливники. То есть в целом, да. И ценник адекватный. Почему бы нет? Ну, именно тут. Зеленая норма. Давай третье посмотрим. Вот, и последнее сегодня, это у нас, значит, козел Велкопоповицкий, он же козел, темный.
Банки красота, мне очень нравится. Да, я бутылочная такой. Раньше, раньше собирали банки, там, родаки наши, да, там, отец у меня собирал, но не то, что фанател. У меня в итоге отец больше собирал банки, не то, что в итоге, знаешь, это же чуть другие, опять-таки, времена. Пивная его история не задела. Он больше пошел там, в коньячную историю. Ну, то есть ему нравится больше крепкий алкоголь. Тоже там душистый, там настойки. Ну, то есть туда, да, пиво не за дело. Темное изготавливается по 75-4 сортов солода. Благодаря этому имеет необычный мягкий вкус и тонкий аромат. Карамельный солод добавляет ощущение приятного послевкусия. Мельный солод, наверное, красит всю эту историю. Пиво темное, не такое уж темное, как темное. Слушай, да, оно достаточно светлое. Полутемное. Для темного это слишком светлое. Нет, для темного это типа посередине такое понимание. Ну, то свет. Ну, светлое. Не пахнет ни хера. Есть карамельки легкие, но опять это самая тряпка. Я не чувствую. Легкий аромат карамельки прослеживается. Но опять это самая тряпка. Я не знаю как. Я не чувствую, блядь, вообще ничего. Просто ни хрена не чувствую. Я чувствую. Немножко карамельки и тряпка. Ничего такого. Плохой-то. Ну, плохой, потому что. Ну, что есть тряпка. Я не знаю, чем это связано. Мне кажется, в бутылочном не было такого запаха. Я говорил, как, что это... как это работает с алюминиевыми банками? Ну, я говорил, что это типа самое их легкое пиво. 3,7 оборота. Вообще ничто. Казалось бы. 5,3,7. Ну, чуть больше, ну, типа квас на солнце подержал, ты держи. А сусло чего? Ах ты, говно. 9, наверное. Сколько там сусло? 9,6. Пахнет не говном, нет, это я как-то пизданул. Говном. Пахнет в том плане, что ничем не пахнет. Я ничего не чувствую. Нос не забит, не дышит. Слышь, по вкусу. Прям вполне ничего. Ну да нет, там запаха, запах говно и тряпка немножко попахивает. А вкус, на удивление, неплохой. Мне нравится осадок. Потом на языке, но сначала мне не нравится. Первый готов мне не нравится, а потом не нравится. Нравится. А потом мне напоминает это все квас, блядь. Это похоже, блядь, на квас. На, когда пьешь, да. На осадке хорошо карамелька чувствуется. Причем она приятная. Я не чувствую. Вообще. Не, черный пить точно не буду. Вот зеленый канал. Черный он и не черный, непонятно почему. Ну, то есть он не крепкий, вообще не такой. Странный напиток, если странный, честно. Хрена тебе. Пивной напиток. Я не удивлюсь, да, если тут это сейчас будет пиво, пиво и пивной напиток. А тут... Так и есть. Пятерочки все куплено. Богатый хмель 67-85. 0,45 написано, ЖБ. Они одинаковые все, написано 0,45. Ну, по крайней мере, в ценнике. Козел светлое ЖБ 0,5, 63,75. Вот. И темный 0,5, 67,85. Но все написано пиво, а на темном написано напиток пивной. Ну, это напиток пивной. Я согласен с этим решением. Они начали шифровать вот эти литражи свои, знаешь. Ну это как молоко, вообще, сок. Вообще не найдешь. Это как молоко, сок. Они все нас это пытаются наебать. По чуть-чуть, ну наебать. Ну, хрен. Ну я не знаю, ну я не знаю. Пускай работают, они все хотят заработать, это все нормально. Да, что я делаю? Только в нашей стране каждый брат хочет наебать брата, чтобы, блядь, копейка упала лично в карман. Я вот такому пиву поставлю 1,5, не больше. Вот это 1,5, точно. Это сок. 2,25. Я за 2. Все-таки я еще раз прости меня. Напомню, сколько оно стоит? Да хуй его знает.
Это пивной напиток, блядь, не пиво. 67-85, 70 рублей считай. Ну, дорого, дороговато. 70 рублей. Не, я хотел сказать, за эту цену пойдет, но... За эту цену полтора литра кваса можно купить, чисто теоретически. Да, можно, ну, полтора литра кваса можно купить. 70 рублей. Слушай, лучше бы 0,33 брюла бы набрал шоколадки прям. И она плотнее, ну, то есть... Вот, бля, что... они ему не платят. Ребята, вы до сих пор не платите ему, он четвертый ролик, блядь. Брюла. Классно, я бы шоколадку зимой пил. Я просто помню все эти ролики. Брюла, дайте ему сотку на телефон, положите ему сотку на телефон. По алкоголю вставит больше, чем вот эта хрень. Так он крепче в два раза. Да, я вкуснее в 10-15 раз, я не знаю просто. А вдруг Брюла использует вкусовые ароматизаторы, которые хотят запретить по новому ГОСТу? Пиздец. Надо ехать к ним в гости, они, причем, блядь, мне... проконтролировать, все выяснить. Тогда я больше не буду о них говорить, скажу, блядь, нечего ебаная. Я думаю, будем заканчивать с этим делом совсем. Пейте правильное пиво. Любое пиво правильное, если это не котел.